Всем здорово, ребят, и сегодня я вам покажу, как построить незаметный дом под землей в Майнкрафте. Поехали! Так, все, начинаем, загружаем новый мир. Конечно, это будет не плоский, это будет обычный мир. Еще таблички всякие выскакивают. Так, нам понадобится так. Мир сейчас сильно загружается. Он у меня может вылететь или не вылететь. Не знаю. Вот когда над этим видео наберется 89 лайков, тогда я выпущу новую серию по Майнкрафту. Так, все, поехали. Искать новое поле. О, как раз, о. О. Надо было эту карту загружать. Ну, я уже эту повторять не буду. Так. Так. Так, все готово. Так. А сюда мы поставим липкую почту. А сюда мы поставим почту. Смотрите, мы ставим, сейчас поставим кнопку, рычаг, то есть смотрите. Оп, и закрыли, оп, закрыли, открыли. И теперь копаем вниз. Так. Так, готово, копаем вот так. Смотрите, тут надо поставить. И тут. А там. Еще надо закрыть. А-ха. Так. Так, все, готово. Это там мой ребенок. Мультики смотрит. Так, готово. А, блин, как тут. Так. А я поставил там. Убран-то блок земли. Так, сейчас мы поставим. Оп, поставили, готово. Так, мы поставили. И готово. Сейчас у нас будет все готово. Вот тут закрыл, чтобы такие... Алло, тук-тук, там в домике кто-нибудь есть? Конечно, нубам я не открою, а средним игрокам я открою, а профессионалам я тоже открою. Так. Какая комната будет у нас? Нам факела нужны? Так, факела. Нам факела понадобится. Так, факел, вот факел, ставим сюда. Не сюда, зачем поставить? Тут надо. Тут место стоять, так. Тут у нас будет продолжение нашей пещерки. Вот тут у нас будет факел. И тут землю уберем, тут факел. Маем, потому что... Вот так, тут надо убрать. А хотя зачем убирать? Давайте тут книжки будут стоять. Да вот. Сундуки будут стоять, книжки. Так, все готово. Книжки поставлены. Рафт, эту главное не ломать. Пакел. Так, нам тут я не знаю. Вот это факел. Вот наверху будет стоять. Тут как будто библиотека. Там больше прохода не будет. Не тут. Надо только наверху поставить. Готово. Теперь убираем это. Чтобы лава. Я слышу звук лавы. Или мне кажется. Не реагируют. Реагируют так. Давайте вон туда продолжим. Стройку. Нам туда обязательно.
Так, сделали. У меня есть такая штуковка, я могу обустраивать уже. Домик наш, кровать, беленькую. Так. Не знаю, лампочки. А лампочку, давайте лампочку поставим. Вот тут. Так, все. Свет у нас включен, готово. Кровать должна рядом с книжками стоять. Ой, надо сундуки с книжками, с примерами, да? С примерами. Кто зайдет? А, точно, я могу сделать примеры, которые никто не решит на моей планете. Как открывается? Тут дохера вот этих фигнюшек. Мы их должны убрать, эту мечтаю, сколько нам понадобится книжка, книга с пером, вот там делаем, и напишем 2 + 2, и будет 1. 23 + 11. Вот такие примеры будут. О, сундук, а записка такая. А что это? 2 + 2 = 4. 2 + 20. Чё? Идите. Не знаю я такой пример. У света плести. Так, Фанька. Надо тут. А рычаг-то я убрала. Так, вот где. Вот он. Нам кнопка нужна, чтобы никто не заметил, как эта фигня горела. Она может выключиться. А рычаг нужно держать оборону вечно. Так, готово. Давайте. Тут где-то вот так поставим. Так, книжки вот тут. Потом вот тут сундука 2. Туда положим все наши ресурсы. Стол зачарования надо поставить. Вот так он поставим. Еще верстак, печка, наковальня, стойка для брони, музыкальный блок. Так, давайте. Значит, верстак, печку, наковальня. Стойку для брони, еще одну стойку для брони, музыкальный блок. Еще один верстак. Давай сейчас броню, короче, будем делать. У меня все будет по-разному. Первое это алмазная броня. И алмазный меч. Вторая это золотая броня. Золотой меч. Вот это. Просто так. Так. Главное туда не попасть. А то ломать придется. Вот все не попало. Сюда, сюда. Сюда. И мы сейчас построим. Оп. Ставим сюда. Оп. И золотой меч где? Вот. Ничего золотого. Бас, это броня для среднего игрока. Это игрока для про. Ну, вы тоже можете сделать игроку для про.
Ну, средний игрок может одеть игроку броню для про, так. Склава, у меня как там две закрыты. А кто? Я же закрывал эту дверь, вы помните? Я не закрывал дверь. Ладно, давайте, ребята, прощаться. С вами было Хубка. Всем пока-пока!